Надеюсь, Ким гордится тем, что смогла объединить нас. Салют. Помоги нам разделаться с рейдерами. Спасибо за помощь во время осады.
Соню за ресурсы, что я не успеваю докладывать стручку, кому сейчас что принадлежит. Мне прямо в глаза. Совсем не боюсь. Thank you.
тебя не нашли. Надеюсь, тебе удастся уговорить это. Все будет в порядке. Его захватить, помни о сигнализации.
Вижу, ты уже приходишь в себя после того, как ты... Без здешней воды мы бы не протянули так долго. Чай,
еще чувствую слабость после отравления. Но главное не раскисать. Я подумала... Охотники из нового Эдема творят невероятные вещи. С ними точно есть какая-то тайна. Жди неприятностей! Передай Иосифу, пусть поцелует меня в зад.
Здравствуй. Если бы не ты, процветание лежало бы в руинах. Нет у нового Эдема никаких чудес, только наркота.
снова захватили этот остров. Они поставили сигнализацию, так что будь начеку.
разозлил близнецов. Они придут за тобой. Во время осады ты сражался как зверь. Вы с Рашем дарите нам надежду. Лома здесь хватит на десятки лет. Можно найти кучу всего полезного.
Неверующий живет во грехе. Неверующий не знает наши обычаи. Неверующий! Зажег наше священное пламя. Нужен Иосиф. Он очищает от греха. Отец отпустит грехи. Отправь грешника на север. Итак, новый Эдем. Вы прислушались к себе и считаете, что грешник должен идти искать отца? Да, безусловно. Отец добр к грешникам. Все-таки мы все его дети. Готовьтесь к причастию. Да. И причастие. Нужно причастие. Напоите его. Отец ведет нас даже сейчас. Напоите его, прошу. Мы отправим грешника на север. Он вернет нам отца! Славься, Иосиф! Аминь! 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 Так ты сможешь перейти границу и выжить. Тебе нужно доказать, что он мертв. И они, наконец, поймут, что я их пророк. А я помогу тебе. Все будут довольны. Мы укажем путь. Мне многое нужно тебе объяснить. Похоже, ты еще не пришел в себя. Осторожней. Послушай, у Иосифа есть святилище на севере. Ритуал требует, чтобы по пути ты зажигал огни. Вряд ли старик еще жив и увидит их. Но если ты не зажжешь огни, тебе конец. Север может погубить тебя. Несмотря на причастие. Эта лодка и огонь — единственный способ безопасно и быстро добраться до цели. Отходи от них только в самом крайнем случае. Там лежит лук. Используй огненные стрелы. Найди доказательство смерти отца. И тебя запомнят как друга пророка. Я позабочусь об этом. Иди. Благословляю тебя. Thank you.
сделал все, что он просил. Я жертвовал собой, семьей. Я привел нас в новый мир. Я думал, он будет чудесен. Но, увы. Я слишком долго ждал, что ко мне придут. Я отчаялся. Показал его мне во сне. Я знал, что ты придешь и все исправишь. Чтобы все стало так, как должно быть. Что ты принесешь спасение. Ищешь помощи. Но помочь тебе может лишь Бог. Ты часть его замысла. Идем. Идем со мной. Чистился в огне. И я понял, чего хочет от нас Бог. Я знал, что мы будем делать, войдя в новый Эдем. Когда люди вышли из бункеров, я собрал свою паству и дал им новую цель. Оборвать все связи с прежним миром. Построить новое общество. Жить в мире с природой. И брать у нее лишь самое нужное. Самые темные и тяжелые годы зимы. Я отчаялся. И в отчаянии я пришел сюда и нашел наше спасение. Это дерево. Его плоды – дар Господа. Они помогли моей семье. Пережить голод и болезни. Новый Эдем расцвел. Мы создали рай на земле. Но он не был вечным. Ему помешало нашествие саранчи. Эти рейдеры воплощают в себе все, что Бог велел нам отринуть. Их души прогнили. Они больны. Но ты... Ты не такой. Твоя душа достойна. Что ты искал? Божий дар нам. Он
спасал нашу семью в темные времена. Я предлагаю тебе наше чудо. Впервые отведав этого дара, я оказался лицом к лицу со зверем. В своей душе. И в тот момент я понял, что буду достоин этого дара, только лишь сразив зверя, очистив свою душу. Ведь иначе этот зверь поглотил бы меня. Это испытание. Очисти свою душу. Если справишься, если твоя душа чиста, значит, ты пастырь, посланник Бога. И я, наконец, смогу вернуться. Чудо помогло нам выжить. Но этот дар не дается просто так. Он взращивает то, что таится в душе человека. И если душа тронута грехом, цена чуда будет ужасающей. Ты погибнешь, если не будешь слушать меня. Своей.
Вот почему я здесь. Некоторые люди не должны вкусить чудо. Даже те, кого я люблю. Даже члены моей семьи. Грех — это зверь, которого нельзя кормить. Наше будущее зависит от верности моим догматам. Мы больше не можем уповать на Иосифа. Он уже не вернется. Нам придется забыть о нем и... Отец. Итан. Отец. Отец! Где ты был? Мы в осаде, наши люди в опасности. Ты исчез. Ты был нужен нам, но бросил нас. Как так? Я слушал глаз Божий, сын. Я слушал глаз Божий. Дети мои! Я знаю, вы страдали. Я знаю, вы боитесь. Меня не было с вами очень долго. Но вы были не одни. Я слышал глаз Бога. Он показал мне путь, что ведет к свету. Мы больше не станем прятаться за этими стенами. Мы больше не станем надеяться, что эти полчища саранчи оставят нас в покое. Пришло время драться. И Бог послал нам свой клинок. Вот! Бог испытал его душу, и она чиста. Безгрешна. И я, как свидетель его, говорю всем вам, что этот чужак — наш пастырь. Отец! Вместе мы сразимся с ордами за нашими вратами. И вместе мы пойдем к будущему, что Бог обещал нам. Нет! Ты бросил меня! Ты бросил нас! Без единого слова, без указаний я делал, что мог. Был лидером. А сейчас, сейчас ты пришел. Спустился с небес и хочешь снова вести нас. Да. Я их лидер. Иосиф, наш лидер. Новый Эдем пойдет за мной! Мы все на стороне отца. Сын, я знаю, как тяжело было твое бремя в мое отсутствие, я понимаю. Но это воля Божья. Иногда нам нужно жертвовать тем, чего мы хотим, чтобы почитать волю его. А чем пожертвовал ты? Однажды ты увидишь свет. А сейчас... Пойдем. Все вместе. У нас столько дел. В себе силы сражаться и днем. Твои друзья должны воспользоваться этим и действовать быстро. Моя семья долго не выдержит. Ну, а ты вспомни дар Божий. То, что ты испытал, лишь малая часть силы Господа. Будь благоразумен. Я под сейчас не время. Дитя. У меня есть кое-что для тебя. Так вот, я позволю судье сопровождать тебя.
Мой друг понимает лишь язык насилия. Поэтому будет полезен тебе. Прежде чем стать нашим пастырем, стань нашим клинком. Хочешь меня убить? Я хочу поговорить с тобой. Так. Прежде чем стать нашим пастырем, стань нашим клинком. Иди. Освободи этот край для тех, кто хочет жить в мире. Ты пришел ради спасения своих людей. Похвально.